Добрый день, дорогие друзья. Аэропорт Внуково. И напротив аэропорта год назад открыли спортивный городок, очень приятный, вместе с детскими площадками. И люди приходят сюда и занимаются. И действительно, это очень удобное, красивое место. Лесопарк, поют птицы. Удобные скамейки. Покажу немного из этих тренажеров. Широкие брусья, перекладины, шины, боксерские груши. Очень красиво, удобно сделано. Ну, а также детские небольшие горки. Очень приятное место.